Я служу в Академии воздушно-космической обороны имени Георгия Константиновича Жукова. В этом году уже 30 лет, как я в вооруженных силах, 31 год пошел. Горжусь тем, что служу. Закончив школу, детский дом, я поступил в техникум, после техникума в армию. И в армии я понял, что надо родину защищать. Есть такая профессия. И вот так уже 30 с лишним лет мы защищаем родину. Я горжусь и своей родиной, и страной, и нашей прекрасной академией, в которой служу. Вот. И хотел при случае, и вот сегодня в этот торжественный день, приехав на награждение тоже медалью орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, тоже горжусь этим. И горжусь за тех, с которыми служил, которые мне помогли, потому что орден зарабатывается не одним человеком, это зарабатывается большой компанией людей, военнослужащих, прекрасных и преданных своему делу. И раз есть такая возможность, хотел бы поздравить всех с наступающим праздником. Это тоже второй праздник после Дня Победы у меня, 23 февраля, День мужчин, настоящих мужчин. Пожелать всем, самое главное, здоровья, счастья, продвижения по службе и быть всегда в реальности, и чтобы успех не покидал никого из нас. И чтобы у всех в домах было только счастье, хорошая погода, всем во всем везло. А настоящий мужчина – это кто? Настоящий мужчина – это который, независимо от обстоятельств, всегда подаст руку. Это и руку, подставит плечо, поможет. Не будет думать, а просто сделает и поможет. А потом уже будем разбираться, правильно или неправильно.